I'm back! Back from the dead, Tony! Risen in you like a phoenix from the ashes! Like Lazarus! Yes! Lazarus love! Ah, I'm gonna be rich again! Panlantic are gonna pay me a fortune to see the deal through! We did it, Tony! Whatever. It's time for a little soiree with a very exclusive guest list. Come on. Всем привет, дорогие друзья, с вами Старгуми, мы продолжаем проходить игру GTA Liberty City Stories, и открывайте детское шампанское, потому что у нас все получилось. Дональд, благодаря всем необходимым документам по недвижимости, снова в скором времени станет богатым, так как компания Panlanti готова заплатить за них целое состояние, ну а Тони получит свои обещанные и обговоренные 10%. Казалось бы, мало, да, но если это 10% от чего-то очень крупного, то их может хватить, по моим прикидкам, допустим, на лет 100. Причем даже на несколько человек. Так что, я думаю, не стоит это число недооценивать. Что ж, со вступительной торжественной речью закончили. И, в принципе, пора бы уже начать праздновать. Но какой же праздник без еды и гостей, да? Вот и Дональд тоже так думает. А если еще еду и гостей можно совместить в одно целое, то это вообще праздник удался. Поэтому он решил пригласить, так скажем, парочку людей, которые тем или иным образом участвовали в процессе восхождения лава на денежный Олимп. Это, естественно, Эверика Кэррингтона за предоставленный документ о недвижимости, и журналиста газеты Liberty 3 Неда Бёрнера, который просто вовремя оказался в нужном месте в нужное время. Ну ладно, ладно, хватит, думаю, сарказма. Все равно вы все прекрасно знаете из предыдущих миссий, что они оба мертвы, а Дональд обожает развлекаться с трупами, так что он и придумал выкрасть их тела для собственного удовлетворения и очередного их унижения даже после смерти. Типа, смотрите, нихера у вас не получилось, мрази. В общем, на выбор вам сразу же даются две точки, и все они находятся в разных частях штата. Одна ведет в Стаунтон, к церкви, а другая в Вичита Гарденс, в богатый район Шорсайд Вейла. Как вы уже поняли, это и есть наши цели, которых предстоит выкрасть. Поэтому в данном случае я вам посоветую мчаться прямиком в эти самые Гарденс, где на скорой помощи в морг везут бездыханное тело Эвери Кэррингтона. Почему именно туда? Ну, во-первых, он ближе всего по назначению, а во-вторых, скорая помощь сейчас в движении. Так что непонятно, где она будет находиться в тот или иной промежуток времени. Да и вообще его могут в любой момент довести до места назначения, и мы просрём такой отличный шанс. Как только вы нагоните скорую, то сразу же перекрывайте дорогу и, не теряя времени, крадите машину, потому что водила не из таких, что сразу остановится и убежит, оставив вам все в распоряжении, нет. Ну а после того, как миссия частично выполнена, вы украли машину, вы молодец, да, нужно будет на ней ехать в аэропорт, в ангар с личным самолетом Эвери Кэррингтона. Ух, Дональд, до нитки его решил обобрать, зараза. Хотя... Эвери все равно уже похер. Так, отлично. Теперь настало время ехать в Стаунтон, где с минуты на минуту будут хоронить нашего неудачливого репортера и падры в одном лице, если вы еще не забыли. Ну, конечно же, вы не забыли. Тут задачка уже чуть проще. Его катафалк стоит на месте, а, следовательно, мы можем, конечно, не без лишних глаз и даже не без лишнего шума, но все же без существенных трудностей его заполучить в свое пользование. И да, не забывайте, что мы незаконно вторглись в частную территорию. А это значит, что Дональда в любой момент может обнаружить охрана. Представьте, да, эту картину, с трупиком его обнаружат. В общем, поэтому нам нужно сюда вернуться со вторым трупом до 22:00. Это крайний срок. Иначе, mission failed. Ну все, ребятки, порадуемся еще раз за Дональда и нашим двум косарям баксов. О, господи, надеюсь, это не те 10%. Ладно,
Всем спасибо за просмотр. С вами был Старгуми. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать, обязательно вступать в мою группу ВКонтакте и, конечно же, ждать новые видео. Всем удачи и пока. Tony, you see right through me. Go and see 8-Ball. I'm sure he can provide us with the necessary hardware.